Так, всем привет, всем привет, еще раз с вами. С вами такой человек, как Тофи. Мы сегодня стримим отличную катку от Five Frags. Играют у нас такие команды Five Angry против команды Адреналин. Обе команды из России. И давайте по фасту будем озвучивать состав. Коксик, Паника, Вирус, Ваниш, Овсянка, или как-то так, ну, разберемся потом попозже. И за Five Angry у нас играл Хоуми, Уайт, Андрюха, 640 долларов и Андре. По ошибке он заходит за Адреналин. Ну что, ребята будут пробовать выходить ковры. Тут уже, правда, Кирюху здесь разбирают. Ванни минус Уайта. Ну и вдвоем просто остаются ребята. Ну, посмотрим, что здесь. Хоуми. Здесь на коврах, на кал, тем временем 640 забирает Ванишку. Овсянку здесь Коксик все-таки забирает Хоуми, но... Хови забирает тут. И 640 долларов придется ему идти через коннектор. И парень попытается, по крайней мере, пройти сейчас. Через коннектор увидит он вируса, забирает вируса. Но он остается один на один с Коксиком. Тот в подвале, то есть он охраняет плент, чтобы никто не прошел. А что дорого будет проводить? Вылазит. Почему-то Оя может ошибиться. Реально. Может ошибиться сейчас Коксик. Или даже наоборот, 640 идет очень аккуратно. Ну, может, пока еще не видит Коксика. Как говорится, ребят, а все меньше и меньше как раз-таки времени остается до конца раунда. 15 секунд всего лишь до конца раунда. Правда, не знаю, на что сейчас рассчитывает 640 долларов. Я не знаю. А, он будет сейвить? Ну, ладно. 5-4-3. 2-1. Этот раунд за Адреналин. 1-0. Да, правда, немного мне непонятно было сейчас тактика команды Five Angry. Серьезно, мне она немножко была непонятна. Но 1-0 пока что у Адреналин будет сейчас хороший бай. По крайней мере, он должен здесь быть. А ребята из Five Angry, то есть это же Defense, в конечном итоге будут сейчас пробовать занимать полностью апленд. Только к чему именно занимать полностью апленд, если можно сейчас... Правда, а Б-плент совершенно пустой сейчас. И этим пользуется сейчас Five Angry, забирает Коксика. Ну, теперь только надежда на то, что надо по фасту поставить пачку. Паника забирает Андрена. Здесь Уайт забирает панику. Хороший хедшот. Здесь перестрелка с вирусом. Ни к чему хорошему не приводит. Вирус его разменивает. И 3-3 ситуация. Ну, давайте же посмотрим, что же... Еще тут получится. Видит сейчас он вируса. Кирюха забирает этого пацанчика. Ну, с Хоуви, Кирюха остается вдвоем против Ваниша и Овсянки. Но 10 секунд взрыва. У обоих щипчики. То есть, если грамотно сейчас разобрать тиммейтов, то можно здесь спокойно и отличиться. Он видит, что на коврах. Здесь уже при выходе с ковров здесь уже есть Кирюха. Но здесь еще был Хоуви. Но пачка взрывается. Как молодцы, Five Angry. Замечательный такой раш сейчас на пустой практически. Б-плен, просто-напросто не успели Адреналина разгадать тактику команды Five Angry. Ну и получилось то, что те по фасту поставили пачку, и они, просто говоря, обманом, собственно говоря, сдобыли этот раунд. Ну что, попытаются ребята, скорее всего, сыграть яму и мидл. Да, перестрелка от белого до люльки. Уже коксика, 66 хп у парня. Ну, тем временем флешка залетает в яму, и сейчас будет интересно. Все-таки должен кто-то заходить. 640. Забирает здесь Ваниша. Ну, больше здесь никого не брал. Сразу. На раш определенный. Здесь Кирюха забирает Овсянку. Ну, Кирюху разменивает здесь. Паника дает два минуса при выходе с ямы. И ситуация немного изменилась. 3-3. Ребята будут играть через подвал. Забирают Коксика. Ну, и теперь главное разобрать сейчас последний тиммейтов. Коннектор. Где коннектор работает? Виру забирает Андрена. Паника перед этим делает трипл килл. Ну и Хоуи. Теперь надежда на Хоуи. Пока что сотый парень, но один, а он один в один остается с паникой забирать вируса. Ну и теперь паника, и делает ли этот парень квадр килл, или же, возможно, Хоуи просто-напросто раздобудет здесь хороший минус, но паника делает квадр килл, и это адреналином. Адреналины забирает второй раунд. Хороший квадрокилл сейчас показал вот этот парень. Паника просто потащил этот раунд.
Даже нет, я правильно скажу, что просто он потащил как мог. Давайте делать статистику после трех раундов. 6-2, 4-2, 2-2, 2-3, 0-2 у команды Адреналин, соответственно. А показатели атакующей стороны. Кирюха 5-3, 640, 4-2, Хоуи 2-3, Андрен 1-2, ну и Уайт, естественно, по нулям. У Файфен Грека 640 уже борется с кем-то на коврах, забирает панику. Просто там быстро расхреначил того парня. Вирус. Вирус с Уайтом. Остается просто вдвоем. Ну и теперь на дефолте. Оооо! Хороший минус от Кирюхи. Просто-напросто забирает с ножа. С ножа просто забирает в кичене своего тиммейта. Ну и делает перед этим. Он делает трипуки в этом раунде. Но баниш, правда, разбирает здесь этого пацанчика. Ну и теперь, конечно... Не, скорее я даже... Я не буду сейчас к этому моменту. Забыл я переключиться на этого парня, хотя очень бы хотелось посмотреть на это зрелище. 3-1, Ваниш дает, делает последние два минуса, и адреналины пошли вперед. 3-1, 4 раунда сыграл. Но этот момент в кичене, конечно, который сыграл очень важную роль. Но не получилось. Не получилось мне заснять это все, ну, просто-напросто отвлекся. Отвлекся от положенного, ну и, к сожалению, это не зафиксировал. Ну что, смотрим, что будут предпринимать адреналины. Правда, пока что непонятная их сейчас ситуация, но... Уайт забирает коксика возле коннектора при выходе из подвальчика. Здесь вирус. Правильно. У ребят сейчас проблемы сейчас с девайсами будут, потому что если они сейчас потратили все деньги абсолютно сейчас на этот раунд, то они могут очень сильно над этим пожалеть. Андрен забирает всянку, здесь остается один вирус. 1-3 пытается с дигла от сарки отстрелять, но понимает прекрасно, что ничего не получится. 33 секунды до взрыва плента, плюс у него дигл. Но если, конечно, понадавать хедшотов, тогда может быть что-то здесь получится. Но никто не решается пойти в арку почему-то. Непонятно, правда, почему, но вылазит вирус. Очень грубая ошибка, отдает хедшот Кирюхе, но здесь с коннектором может сейчас сыграть Хоуи. Хоуи должен давать хедшоту, почему? Лол, ребятки, лол. Хоуи, походу, решил тоже сыграть, как Кирюха в кичене, и это был эпик. Это был эпик. 3-2. Боже мой. Однако, знаете, меня радуют вот эти моменты, когда с ножа кого-то режут, а при этом парень не слышит. Хотя мог он, в принципе, по крайней мере, Хоуи мог дать хороший хедшот, но он решает его зарезать. Невелика потеря, по сути. Так, ну что, коты, точнее, хотел сказать, коты, ковры. Ковры, Кирюху уже ловят в коврах, но здесь Уайт, нет. Все-таки Кирюха был с Андреном, делает коксик минус 2, и проблемы. Проблемы у команды Five Angry. Уайт выходит на зеленки, дает минус коксика. Хороший размен, 640 долларов, забирает панику. Хорошие минуса пошли от этих ребят. Ну и давайте посмотрим, собственно, включим мы нашу хорошую штуку, которая называется Вихе. Ну и что? Ребята трутся сейчас парни у нас в люльке, но Ваниш попробует... Может быть, поджать попробуй сейчас. Пишет, суки. GoFK, go. Skill профиль. Skin профиль, LS. И все такое. Ну ладно, не будем отвлекаться, собственно говоря, от темы. Здесь Вайт пытался перестреливать. Здесь Ваниш. Ну что Ваниш творит? Забирает Вайт, он перестреливается сейчас тянкой. Но 640 забирает тянку. Здесь Хоуи тоже забирает. И здесь 640 очень сильно рискует. Непонятно просто сейчас. Ну что творит этот парень? Просто реакция от бога улучшили у этого парня. Три трещи. Ой-ой-ой-ой. Нечаянно просто сбил счет и... Просто, ребят, дико. В этом плане я... Извиняюсь. Так, ну что теперь попробует Five Angry? Отличный, три раунда просто отыгрывают эти ребята. И даже я скажу больше, что сегодняшняя игра, я думаю, запомнится нам надолго. Но адреналинов сейчас будут проблемы с бабками, причем хорошие проблемы. И это прямо приказано. Так, Вань ждет своего минуса в коннекторе, дает минус коксика. Тем временем парни готовятся выходить на аплен. Тем временем Андреан забирает в коврах под Б панику. Китает хороший смоук. Точнее, я хотел сказать, смоук флешечку хорошую дает.
такую, знаете, я даже сказал бы, важную, что ли. Что же дальше? Давай. Как раз таки в том моменте, конечно, ну не знаю, было ВХ или нет, кстати говоря, ну, в принципе, тут парень выбежал, просто тот ему дал хороший хедшот и все, так что я не думаю, что здесь какой-то будет ВХ. Трутся парни, адреналин, трутся сейчас именно на аплоте. И что они хотят делать? А они поднимают приказы, то что и надо по фасту ставить пачку, а пачки нету. Где пачка? Стопэ, ребят, а где пачка? Ваня сдает, подожди, Ваня сдает минус Вайта. И парни ищут, парни в сыскании пачки. Ну теперь только вопрос только такой, надо разбирать своих тиммейтов. Точнее, надо разбирать своих противничков. Паниша тоже здесь разбирает, и здесь готовится. Ну, мог бы, в принципе, Андрен здесь еще сыграть на удачу. А, все-таки поставили пачку, молодцы, ребята, из команды Five Angry. И здесь поджидают, по-моему, Хоуи! Хоуи забирает, Всянка. Юшанка. А, Юшка? Подождите. Юшанка? Или как правильно? Ну, не знаю, ребят. Сразу говорю, то, что с английским у меня не все гуд. Может быть, Вщанка, а может быть, Всянка, не знаю. Но в любом случае, как бы там ни было, ребята из команды FiveAngry демонстрируют нам хороший камбэк. Даже теперь перегоняют команду Адреналин счетом 4-3 в пользу команды FiveAngry. Ну, теперь надежда только то, как эти ребята сейчас попрут в сторону... Бэплэнда, наверное, будут себе передвигаться. Коксик играет 640 долларов, но перед этим Завика забирает, он вируса. Но вирус все-таки неудачно выпрыгнул этот парень. Ну и все. Вайт на зеленке. Ждет своего хедшота. Хедшот над Ванишем. Ждет еще минуса. Прострел. Паника забирает Хоуи. Ситуация не очень неприятная. Но надо все-таки выпрыгивать уже. На какой-то плент уже надо, собственно говоря, ставить пачку. Паника вообще в непонятках, куда могли пойти эти ребята. По фасту ставят пачку, ребята, на пленте. Причем достаточно спокойно. Ее ставят 2 в 3 ситуации. FiveAngry пока же в большинстве. Здесь Кирюха. Ну что, Кирюха, правда, перестреливается непонятно с кем. Все-таки забирают он Всянку, но перед этим паника забирает Андрена. Ну и что, паника. Паника подбирает дроп. И смотрит коннектор. И чекает коннектор. Но, 12 секунд. А, все-таки парень будет сейвить. Ну, надо ему сейвить АВП. Я вот так бы уже думал. 2-1, нужно сейвиться. Но Вайт дает хороший минус на паника. Нужно забирать АВИК. И это все нормальдусь. 5-3. 8 раундов. Ну что, 8 раундов мы с вами увидели. Достаточно, знаете, я бы даже сказал бы... экшеновых, что ли, раундов от этих ребят, и, наверное, теперь я жду от этих ребят какого-то еще сильного, что ли, камбэка, может быть, нет. Но адреналином нужно сейчас в каком-то плане действовать. Не понимаю так, давайте посмотрим за Холви сейчас, потому что этот парень будет сейчас выходить. Саппента здесь уже поджим, минус Коксика, мог бы забрать еще Всянку, но декоцает ее 65 хп. Авик играет свою, опять же, роль. Просто непонятка адреналины, потому что, ну, просто их расчекивают как только могут. Их просто даже, знаете, я бы по-другому бы сказал бы еще так, что что-то у них не падает. Тем временем на Зиге. Мог бы сейчас дать хэдшот, но паника не упускает такую возможность, дает хэдшот Вайту. 44 хп плюс щитчики. Но если грамотно сейчас сыграть, то можно здесь еще сыграть. Паника, минус 2. Так, что же еще? Он здесь попробует припинять, но здесь 640, промахивается. Ну что же здесь он еще такого может припинять? Вылазит, но почему-то 640 опять тупит этот парень. 19 хп. Здесь Дигл может сыграть хорошую роль, но паника решил текать, но Андрен вовремя здесь подхватился, и таким образом сейчас становится 6-3. Адреналины. Вроде хорошо начали первый сет, но потом что-то у них расслабились. Вот эти мотивация. Опять же, мотивация здесь играет исключительную роль в каждом матче. Если нет мотивации, то, соответственно, нету игры. Я лично так считаю. Вот, 600 долларов. Забирает Коксика.
Ой, хотел он еще вирус отдать, но здесь вайт забирает панику, здесь еще вайт может дать хороший минус, здесь дает два минуса на медле уже дает, и может третий еще дать, делает трипл килл. В коннекторе ловит вирус, это квадрокилл от вайта, ух. Ну прям настораживают сегодня ребята из команды Five Angry. 10 раундов с нами прошло, а после 10 раунда мы видим такую статистику, 3-7, напомню, счет. Итак, Кирюха 14-7, Вайт 12-4, 640, 11-6, Андрен 9-5, Холви 6-7. За защиту паника 12-9, паниш 9-8, вирус 7-11 уже. Коксик 1-3, 1-9, но холдовый не считается. Так, Кокси с паникой, Зигу. Зигу не додержали, что-то парни из парни Five Angry, по крайней мере, хотели, может, они пойти, но покосли Коксика с паникой и попробовать, что ли, сыграть сейчас. Так, забирает Ваниша. Оу, паника. Два важнейших минуса, но Овсянка забирает Коксика. Ну, теперь Кирюха. Ну что, Кирюха, попробует потащить сейчас в этом раунде. И уже в коннекторе здесь Овсянка. Вот не надо было сейчас тупить. Видит же, что Овсянка здесь. Не надо паники влазить здесь. Трипл килл от паники. Ну, размен. Опять же, на размене просто сыграл сейчас Кирюха. Ну, в принципе, он забрал перед этим Овсяншку. Тот, конечно, мог бы воспользоваться хорошим моментом. И это 4-7. Да, вот эта ошибка, конечно, дает очень много минусов. Так, ну что, вчетвером будут сейчас играть команда Адреналин. Сразу Вайт забирает Ваниша в люльке. Вирус, что-то, по-моему, парень за ФК, если не так, я понял. А может быть, нет, а может быть, да. Ну, не знаю. Снова Бэплэм попытается проявить чудом эти парни. Ну, посмотрим, что из этого хорошего будет там. 640 забирает вируса, Кирюха забирает Коксика. Ну, паника один. Паника в подвале как раз-таки. Но этот минус совершенно не считается. Сразу на Б-планете ставит пачку. Здесь паника выходит с коннекторе. Кто же... А подождите, Хоуви! Ой, Хоуви сейчас хороший минус протащил. Видя в коннекторе сейчас свою панику. Должен дать хэдшот. Нет, дает просто минус. Хороший минус. Кстати, ластовый. 8-4. Ну, реально, ребят, напрягает эта каточка сегодня. Что, знаете, вот что самое... Важное, что действительно парни играют в свое удовольствие. Они, как говорится, нафиг оно, как говорится, нафиг оно и надо там какие-то дополнительные экшены, дополнительные еще что-то. Я лично так считаю, что парни сегодня демонстрируют и без того хорошую игру. Что, Кирюха? Кирюха забирает паника, 640 забирает Ваниша, и это 9-4. Да, без Овсянки сейчас будет плоховатенько. Но я думаю, что сейчас этот парень зайдет. 4-9, 13 раунд. У нас, 14 раунд у нас сейчас длится. Предпоследний. И в спекторах сейчас этот парень. Так, забирает 640 доллара. Здесь Андрен, по-моему, затупил, по-моему, если не ошибаюсь. Да, Андрен залагал еще. А нет, не залагал парень. Может, просто отписывал кому-то ВКонтакте или тому подобное. Но Вайт забирает панику. И у кого-то у вируса проблем. А, нет. Зачем же тут его покосал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это тимкиль. Тимкильщина пошла у нас. Сянку-то никто не заберет. И здесь вот один лишь Ваниш. Но Ваниш, понятное дело, что он здесь ничего здесь не предпримет. Да, забирает он Вайта, но... А тут АВП. А хрен тебе, а не АВП. Так, Кирюха. И... Тим Кильщина, говорю, вот реально, ребят, Тим Кильщина просто сегодня растет. И что это такое? Так, 4-10 и... Все, демка у нас, по-моему, заканчивается. Да, ребятки, демка заканчивается. И это все, 10-4, мы сыграли один лишь сет. О май гад, честно. О май гад. Я по-другому даже просто не сказал. Ну что, 10-4, Five Angry выигрывает в этом... Непонятно совершенно матч, что ж, всем спасибо, кто нас смотрел, всем спасибо, всем пока!